У нас в гостях наш любимчик Вася, который наша умеет гордость. Тоже. Наша гордость. Не указывай мне. Наша гордость. Самый красивый поломанный ухо Ставропольского края. Арсенчик Шилдиев, приветствую тебя, брат, категорически. Ты что, исполнил тот день? Весь Пятигорск с ума сошел вам. Ты понимаешь, что ты сделал? Когда ты его уронил, Вася, он такие вещи творил, и он его поднял и остался силой об землю. На его. Тот поломался, аж хрустнул, воздух испортил. Так, мы дома сидели, мать на кухню ушла вообще, отвечаю. Поподробнее расскажет обо всем этом наш уважаемый Арсен Шилдиев. Ну, я его вышел, через бедра как скинул, поднял как дал. Вот я извиняюсь, что вот на этой сладком слове я тебя прерываю. Я хочу сказать тот, брат, чтобы каждого была возможность что-то дать. Я не пью, братуха, а то тренер смотрит. Куришь ты, нет? Не, не курю, братуха. А сигареты? Сигареты тоже не курю. Ну,